продолжаем битву с олимпийцем. И королевство. Это хуже, чем 500 ходов подряд королем по первой линии. Стоп, ну здесь хоть идея понятна. Понятно, конечно. Идея. Зрители, вам понятна идея? Мне не очень. А, тогда да. Кстати, да, не может быть плохой перевод. Пешку только жалко. Все уже нормально, мне кажется. Хорош, хорош. Тут ничего страшного пока нет. Пешку на 4 защитили. Абсолютно уже безнадежно. Да нет, ну здесь уже еще чуть-чуть промедлишь, и я уже не спасу. Все. Основная идея королевского, когда ходит G5, ребят, H4. Вот только коня на F3 нет, сейчас мы его закинули на G5. Или вообще пожертвовали, как гамбить эмоции. Да один хорошо стоит. Да я знаю, смотри. У него две пешки-то весло. Как ему играть? D5 надо играть. Но... Сейчас он начнет ковыряться, и мы выиграем. Так, ну... Оригинальный шахматный подход. Вот, к сожалению, не дают нам... Ох, нет, нам, по-моему, дают. Нет, не дают. Что, у нас есть рокировка? Да. По правилам? Да. Отлично. Это так важно было? Да, я не помню, я просто ходил, когда не ходил. Так, какую ладью на F1? Выбирай. А знаешь, что надо сделать? Надо пойти E4, судей E5, судей D4. Какую ладью на F1? H. H, ладно. А почему на E1? Это мышка. Ну, в смысле, тем... Ну, это позицию не сильно портит, конечно, сильно, но все равно она выиграна. Надо Е5, Д4. Сейчас придется Д4 и Е5, раз уже так ладьи встали. Сами по себе. С олимпийцем бодаемся. Вот. Грозит выигрыш фигуры. Соперник это видит. Мы идем Е5. Вверх. Ой, теперь нельзя ему бить. А все, приплыли. F6 не проходит. F6 не проходит? Пешка так не ходит. Ой, Е6 не проходил? Поехали. Ну, побьет же сейчас. Вот видишь? Пусть бьет. Ладья зависла. Конь. А, да. Может быть, конь Е4? Ну, может и конь Е4. Как-то, по-моему, мы неправильно играем, но все равно, конечно, выигрываем остается. ДЦ? ДH1? И что? А, так пешка на шпятку села. Конь на E8 вообще держит. Да, зверь. Да, от этого я боялся. Придется, видимо, переходить в эндшпи с лишней фигурой. Ого. Ударище. Ну, в эндшпи абсолютно выигранный, конечно. Но... Ну вот еще без качества, без ладьи. И еще надо, знаешь, навесить. Слон F5. Ну ладно, можно так. Надо, а ну все. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо.